Сына. Пару слов на память. Нам понравилось. Все хорошо играют, очень хорошая атмосфера, вы очень красиво поете. Да. Спасибо. Такая очень душевная атмосфера, теплая. И передавали артисты, это просто идеально. И спасибо вам за это. Ладно, спасибо. Меня покажут. Мы тут первый раз, нам очень понравилось. Очень понравилось, шикарно. Во-первых, как вы сидите, вы не ссорились вообще ни разу, вы репетируете. Вообще, восхитительная атмосфера, все шикарно, все восхитительно просто, да. Очень красиво все играют, все настроено хорошо, главное, все быстро. Все четко, качественно и круто. Главное, дружно. Да. Спасибо. И коллектив за такое короткое время, наверное, руководитель приложил массу усилий для репетиции. Алексей, спасибо, спасибо. Этот вечер огромное спасибо. Было так, весело. Участники что скажут? Ну-ка, расскажите ваши впечатления. Это был очень волнительный момент. Мы, правда, очень-очень-очень старались. Теперь мы, сказать, шагнули на следующий уровень и способны постигать новые вершины. Ложовости. Так, я не расслышала. Что вы сказали? Я сказал, что мы шли на новый уровень. Да. Евгений сказал, что мы шли на новый уровень. Новый уровень ложовости. До этого мы играли на одном уровне. Ложовости, теперь будем играть на более высоком. Ну, большое спасибо Алексею, потому что до этого мы играли значительно более ложово. Необходимо... Ваше впечатление, Валерия? Необходимо снять стресс. Очень все здорово. Всем спасибо и очень страшно было, потому что первый раз. Первый раз страшно, да. Звезда в шоке, no comment. Ушел, стесняется.